Друзья, мы с вами в дилершипе мерседесовском, да, на Стивенс Крик. Встретили Марка с хитрой фамилией Офенгенден. Еще раз? Офенгенден. Офенгенден, да. Он что-то часто такое делает. Да, Марк, который реставрирует мебель, у меня весь Facebook знает. Вот. Да. Значит, у нас, представляйтесь. Слава Приленко. Слава. Вы откуда, Слава, сами? Мы уже сами встречались год назад, но напомню о себе. Нет, для зрителей. Из Одессы. Ой! Наши люди. К сожалению, живем долго в Америке, поэтому многие выражения детские позабыли, но ничего. Ничего страшного. Ничего, мы вам поможем их воскресить. Что хочу сказать. Мы идем смотреть, Марк говорит, хочу такой Мерседес, чтобы он меня массировал. Да. Так. Потому что я езжу на большие расстояния, и это необходимая вещь в машине. А Слава говорит, он в Одессе, все массируют. Пошли смотреть массирующее сиденье. В крайнем случае, найдем массажист. То есть это фактически для всех моделей есть такое массажное? Почти все. Это исключительно как бы мерседесовские дела, или это сейчас мы широко распространено? Это отдельная вещь, и на многие модели стандартная упаковка. Но есть отдельные машины, где можно заказать эту опшн. Телефоном открывает, смотри. Нет, да? Я просто хочу взять номер и заключить. 21 век. Сейчас 21 век. Рукой махну, открыл. Сейчас вернусь. Миша, значит, вот эта машина. Так, смотрим. Это которая, а вот в ней массаж. Он сказал, самая дешевая, да, по-моему? Нет, он этого не говорил. Он сказал просто, что есть машины, у которых встроена фишка, а есть такие, где можно отдельно заказать. Нет, она не дешевая, 125 тысяч. Всего? Не, ну слушай, это не... Это целый чемодан. Не 62, да? Это седан, 500-й. Не, ну подожди, это не самая дешевая машина. А, это не самая. Я ему сказал, покажи, начнем с самой дешевой. Ты знаешь, как у меня всегда, вот все, что первое, все мое. Так, Марк ездит... На спринтере. На чем? Спринтер Вен, Мерседес Бенц. Это вот типа вот такого, да? Камера работает? Работает. Вот типа вот такого. Типа вот такой вот она там стоит, вот там вот мой Мерседес. И мы, в общем, тут выбираем машину, потому что в моем Мерседесе нет массажного сиденья. Объясни мне, Мерседес ведь и так комфортная машина. Вот что тебе массировать? Ты что, едешь 4 часа или 6? У меня много чего есть массировать, понимаешь? Это когда ты едешь на большие расстояния, например, езжу. Ну, отсюда в Санта-Розу, например. Ты ездишь 2 часа. Часа 3, да. Часа 2-3 часа, и там приходится... Ты знаешь, какой выход я нашел? Ну? Я везу с собой ведро воды. Так. И, Слава открывает нам дверь. Так, садись, давай, будешь массировать. Садись. Везешь ведро воды, чтобы я везу с собой ведро воды. Ну? И когда мне не в моготу уже сидеть, я вылезаю с этим ведром воды, начинаю мыть свою машину. Понимаешь, это для меня упражнение одновременно. Зарядка такая. Ну да, физкультура. Одновременно мою машину. То есть ты не рассчитываешь найти воды где-нибудь? Я рассчитываю воды, но иногда это берет время. Поэтому я просто кидаю ведро с водой. Понял. Так. Значит. Так. Ну и что? Давай закроем тебе. Вот едет Марк. Никого не трогает, значит, едет. Пока. Вариант машин, где стандартное рассадное сиденье. Так, знаете что, я тогда залезу сзади, чтобы слышать, о чем там Слава рассказывает. Так. Слава нам скажет за Одессу. Так, значит, Слава, что там мы... У нас много режимов есть, да? Значит, это машина S-класс, и она... как бы спрограммировано, скомпоновано с этими с массажными сиденьями как стандартное общество. Но когда было время пандемии, почему-то Mercedes-Benz не делал эти общества. Но первые не появились, и они... Мне нравится. Несознательно. Панелька симпатичная. В комфорте мы смотрим, массажные сиденья. Вот эти закругления мне так нравятся. Это потрясающе. Нравится вот эти красные... подсветка, как в пивбаре. Знаешь, которая меняется. А она меняет цвет. Меняется голосом, может делать каскадные. Цветомузыка такая. Это цветомузыка. Это немножко тоже в комфорте, но это называется Ambient Lights. Вот мы можем ее просто менять. Давай, подожди, зеленый можно сделать? Пожалуйста, зеленый. По заказу госзеленый. Да. Вот. Ой, какая прелесть. Или можно сказать даже другой. Hey, Mercedes. Change Ambient Lights to red.
Уважает машину. Let me ask you that. Can the Mercedes change to rainbow? Это каскейд, мультиколор. Yeah, мультиколор каскейд. И вот они могут делать такие, она будет меняться как бы. Не сразу будет рейнбоу, а будет меняться так, чтобы вот, чтобы переливаться будет. Она будет менять цвета. Марк, со Славой мы говорим по-русски, потому что у нас зрители многие не поймут наш акцент, когда мы говорим. Я понимаю, нет, я могу, я с рязанским акцентом могу говорить, могу с московским. Давайте вернемся все-таки к массаж-сейд, потому что вам это было интересно. Есть такая опция массаж-сейд. Массаж. Причем на отдельный, боже мой, и на пассажира, и для водителя. Это же моя мечта. И вы можете выбрать, какой вам видом нужен массаж. Почему? Потому что... Тайский. Есть такой тайский. В дальнюю дорогу, при том, при всем, что хорошее сиденье, прекрасная кожа. Подвеска. Подвеска идеальная, но если на дальнюю поездку, все равно нужно как-то так иметь такую возможность помассажировать спинку, бока. Конечно. И вот она и выбирает вам массаж. И бока тоже. И бока тоже. Но там и прогрев, наверное, тоже есть. И все. Не, прогрев не нужно, потому что это вредно. Понял. Значит, вот есть вот массажирование. Сейчас вам... То есть сейчас меня будут массажировать. Уже пошли вас массажировать. Я же 60 долларов сэкономил. Он чувствует или нет? А? Ты чувствуешь массаж? Ну, что-то там меня... Я думаю, тело твое не колышется. Не колышется мое тело. А вот... О, пошло. Что-то пошло, ты знаешь. Ну, за отдельные деньги. Я понимаю. То есть... Ничего не чувствую. С меня, когда я захожу в массаж... Он чуть на своей плоскости своей в этом вот... Ну вот что-то там меня ткнуло в спину. Да. Ну, я не знаю, надо... Давайте тогда мы будем глубокий. Давайте глубокий, его интенсивный. Deep tissue называется. Он же не то, что он там... Массаж. Как это... Вот она пошла, а вот спина... Это же не суповой набор. Температуру можно убрать, потому что это вредно. То есть, нет, я имею в виду температуру сиденья, чтобы оно не грелось. Оно не греется. Не греется, я чувствую тепло. Это вы сильно волнуетесь сейчас просто. Это я волнуюсь, да, я понимаю. Теперь, а что мне волноваться? Это, в принципе, options available. Есть на многих машинах как бы отдельная options, можно ее заказать в E-классе, в SUV, GLS. А на S-классе она стандартная. Вот проблема, нельзя гостиные гарнитуры возить на этой машине, вы понимаете? Вот это вот. Скажите, вы метриксы получаете? Очень мало и очень поздно. А есть у вас, можно заказать? Есть, сейчас вам все покажем. С метриксом, да? И там есть массажные сиденья или нет? Там нет. Метрикс это сделана машина для такого как бы. А переставить можно массажное сиденье? Нельзя, да? Заводская, да, чтобы заводская. Я закину тогда массажное кресло себе назад, и она бы. Ну, тогда вести машину не мое, время теряю. Те русские мельцы переставят, что хочешь. Я, по-моему, легче заказать массажистку. Вот такие вот варианты с массажем. И отдельно для пассажира и водителя. Можем менять интенсивность, можем менять сам массаж, вид массажа, active. Такие чувствуешь, что ты или нет? Бока. Я чувствую, пошла вибрация. То есть вибрируется вибрация. И не такой сильный, скажем. То есть он не такой, он такой какой-то вилый, хлипкий. Можно сделать так, чтобы хорошо. Ну это же уже будет опять-таки за отдельные деньги. А, я понимаю. Да. Так. Да, экономия не получается. Ну, в общем, ты знаешь, это, Миша, это дело, ты знаешь, я тебе скажу, когда я еду, например, к клиенту в Санта-Розу забирать гостиный гарнитур. То есть мне приходится останавливаться, разминаться. Слушай, а пошли кого-нибудь, пусть он тебе его привезет. Да никто, кроме меня, никто договориться не может нормально. Ты понимаешь? Там надо отдельный подход к каждому клиенту. Это искусство, Миша. Послушай, а зачем людям старую мебель? Что имеют? Зачем людям старую мебель? Они выпендриваются? Слушай, есть люди, которые любят антикварную старую мебель с лапами, с резьбой, там, с резной работой, с всякими заворотами. Ну, это как, например, брать Мерседес, там, в котором массажное сиденье. Человек любит мебель, в которой там... Массажное сиденье. Совершенно верно. А, да. Есть, кстати, любит мебель, в которой массажное сиденье. Можно встроить массажное сиденье и в мебель тоже. Слушай, а вот этот S, он подороже, да? Ну, это как бы вершина седанов, да, кроме моего. Мы начали с головы, с высоты. Самый дешевый. То есть у нас еще есть варианты, что мы пойдем немножко ниже, да, то есть на более дешевый. Самый дешевый. А, Миша, у нас все впереди. Какая линия самая дешевая? Это слово дешевое, как бы, ниже, в Мерседесе ниже. Вот я как бы скажу, не дешевая вещь, которую сказал мне однажды менеджер, Mercedes-Benz нет слова дешевый, есть less expensive. Less expensive. Это сейчас уже будет как бы GLA
или C-класс, который не имеет options. Есть такие как бы стрип-дал. Хорошо, вот есть, то есть нельзя добавить массаж? Ни в C-класс, ни в DLA. Это как бы должны изначально быть очень такие как бы недорогие машины, да, которые покупают как бы люди, которые имеют возможность купить Mercedes, но не самый идеальный. Подожди, а ну люди, которые работают в машине, у которых машина, собственно говоря, это инструмент для бизнеса, и они целый день за рулем, что им не положено массажное кресло, то есть они не положено, то есть они не могут, понимаешь, это же лучше, они же ну, здоровее будут и работают лучше. На C-классе люди не работают. Я понимаю. Трак есть у вас или нет? У нас есть SUV. Риэлторы работают. И у нас нету траков, к сожалению. Мы не делаем траки. На этом дилершипе нет, но если ты в Сакраменто поедешь, я там видел шасси, Mercedes Sprinter шасси. Но Sprinter как бы это отдельный маркет для этого. Sprinter это да, это. Но вот Metrix, знаешь, мне очень-очень Metrix нравится. Это, значит, ну я хорошо, вот... друзья, я чувствую, что мы про массаж поговорили. Нет, это большое дело, я тебе скажу, мы хотим... это самая дорогая, а давайте посмотрим самую дешевую. Еще вопрос, самую недорогую. Вопрос вот в чем. Если есть какая-то машина такого класса, где можно добавить массажное кресло. Так его в стандартную, стандартную комплектацию это уже нет, будет, можно добавить. Это уже будет E-класс. E-класс. Да. В E-классе. Чтобы добавить вот эту фишку, почем? В новых E-классах, которые вот сейчас уже будет менять полностью весь дизайн и линию, да, будет это в виде трима. Будет три разных трима. Будет премиум трим, эксклюзив и пинникл. И в Pinnacle Trim будет стандартное массажное сиденье. А в которые Exclusive и Premium, да, они не предусмотрены. То есть человек, который ему хочет все, он получает все сразу в одном в упаковке. Да, то есть нельзя добавлять по одному? Уже не будет возможность такой на новых моделях, начиная с этого года. А пока есть? Пока есть. Вот в новом E-классе 22-23 года, да, можно было добавить options массажное сиденье. Да, за почем? За 1290. А можно только водителю добавить, а пассажир? Нет, чтобы будет сидел. Пара будет. А пара, значит, ты и твоя любимая женщина, и вас обоих массажируют. Слушай, ну это на самом деле не так страшно, что только 1200 там. Потому что это, во-первых, удобно, это, нет, во-первых, это здоровье, практично, что, и да. Помимо массаж, еще есть такая опция, называется multi-counter seats, когда вы едете с поворотом налево-направо, чтобы вы не убегали из сидения, она поддерживает, да, ваш бок, она компенсирует в сторону поворота. То есть, если едете налево, она вас его поддерживает. Она центробежные усилия, а центробежные силы она совершенно компенсирует. И кстати, как раз на оба и сидения, и пассажира, и водителя. Я понимаю. Друзья, и это не потому, друзья, что кто-то выпендривается, а потому что удобно. И как бы да. А можно сделать так, знаешь, чтобы у тебя это компенсировалось, а она сидит рядом, и чтобы ее нет. И когда ты поворачиваешь, конечно, налево, она идет в твою сторону. Это называется уже встреча, это уже дейт называется. Нет, такого нет. Вы просто можете вырубить эту вашу часть. Массаж, да. Или даже мультиконтроль сидит тоже, можете отключить. И этот вот, и оставить только водителю. А вот самый такой обтриманный, как бы там, GLA, да, который самый недорогой, он с какой суммой можно подкатиться? Вот, допустим, человек за наличку хочет взять. Давайте посмотрим вот самую дешевую с массажным креслом. Не, подожди, с массажным, без массажа. Я хочу, ну, как без вот человек без смотрит наш, это отдельно. Да. Человек смотрит наш видео и думает, ну хорошо, Mercedes, это так дорого, а с какой суммой можно зайти? И с каким доходом? Ну вот как понять, я могу себе позволить, не могу себе позволить? GLA сделан в двух модификациях, как бы по подвеске. Есть двухведущий и полноприводной. Так. И каждая модель еще имеет дополнительные как бы виды машин с дизайном из AMG Line. Это красивая. Но если минимизировать, значит, вот поменьше. Самая как бы недорогая, да, less expensive, как таки, да, снова. GLA двухведущая где-то в районе $40,000, 40 плюс. То есть на самом деле за даром отдают, фактически. Нормальные деньги. Так, окей. Ну что же, хорошо, понятно. У меня такой вопрос, может быть, он покажется странным. А когда очень жарко, у меня есть такой пульверизатор, и я брызгаю на себя. Такого нет, допустим, чтобы тебе такой, знаешь, вот такое, знаешь, водяное облачко, чтобы было. Хороший момент. Нет, воды нет, но есть охлаждающий. Вот вторая часть. Подожди, а что, поподробнее можно с этого момента? Спину и заднюю часть. Охлаждает? Это вредно, нельзя.
нельзя не греть. А, то сейчас будет прохладно. Три уровня охлаждения. Но это помимо кондиционера, так сказать. Да, да. Кондиционер это просто дует внутри машины, а это где-то это... ваше сиденье охлаждается ниже, чем температура. Ой, какая будет. Прелесть. Слушай, Миша, это дело, да. Ты знаешь. С массажем вместе. С массажем просто... охлаждение, то есть у тебя кровь фактически приливается к тому месту, которое охлаждается. Это как, знаешь, это как люди кладут лед на больное место, и туда кровь приливается. Слушай, это дело, Миша. Слушай, ты можешь знаешь, что сделать? Ты возьми эти иголки, знаешь, аппликатор Кузнецова, и на них это... На аппликаторе Кузнецова нет, там наоборот, там нагревается тело. А вот здесь вот, когда ты охлаждаешь тело, так. У тебя кровь приливается к этому месту. Таким образом происходит холодотерапия. Так. Это очень классная Ладно. Вещь. Друзья, мы давайте тогда с вами про массаж. Да, давайте все-таки посмотрим самую дешевую машину, как советские люди. Да, ну, сейчас, все короче, варианты. Я этот сюжет заканчиваю, а дальше посмотрим. Ну,